С Новым годом! Сегодня 1 января. Я всех поздравляю с Новым годом. Всех я желаю счастья в личной жизни, больших денег, крепкого здоровья, удачи и хорошего настроения. И любви большой, как эта собака. В общем, сегодня 1 января. Вот кто меня знает, знает, как я люблю собак. У меня вчера состоялось знакомство с собакой Капа. И вот первое время я очень боялась, что она меня съест, потому что у нее такой серьезный вид. Очень серьезный, да. Я вот очень боялась, что она мне откусит пальцы вот так вот. Я очень много читала всяких страшных новостей про таких собак. И в страшных новостях фигурировала обычно именно эта собака. Вот. Да, вот эта собака фигурировала в страшных новостях, где кого-то загрызли, съели. И я очень боялась особенно ее пасть. Ну нет, как выяснилось, от меня же еще две кошки, от меня сильно пахнет кошками. Поэтому многие собаки на улице ведут себя агрессивно в отношении меня. Я думала, что вот это ну точно съест. Да? Но выяснилось, нет. Выяснилось, что это очень добрая собака. Да. Почти как мой кот. То есть почти как мои кошки. И она очень любит ласкаться, смотреть в глазки. В общем, и очень-очень милая собака. И лезть на ручки. Сейчас она уже немножко наигралась. Но первое время я аж это, у меня аж пот прошиб, да, когда мы первым только познакомились. Я аж вспотела. Она оказалась хорошая собака. Ну, строит глазки. С ней можно устраивать всякие фотосессии. Она такая большая, ухоженная. Не сказать, что спокойная, сейчас она просто наигралась. Да, ты наигралась. У меня где-то был кусочек бараночки на тебя, да? Вот, да, вот у меня кот так любит делать, вот прям именно вот так вот, любит делать кот. Какая прелесть, у меня тут татуировка. В общем, вот так вот собака показывает, как выглядит большинство людей 1 января. 1 января большинство людей выглядит вот так. Ой, она упадет сейчас. Сейчас так хрустит все. О, хочешь баранку? Упала. Красотка. Красотка. Ой, какая красотка. Вот так вот она любит. Играться. Брыкаться. Ой, красотка-то. В общем, у меня был очень такой Новый год, когда я вышла из зоны комфорта настолько, насколько возможно, потому что вы все знаете, как я люблю собак, особенно таких. Я думаю, ладно, был бы еще там пудель, колли, там, бассет какой-нибудь. Но вот это вот уж самая милая собака вообще на Земле. Но она оказалась реально милая, и это было очень неожиданно, так как, в принципе, я вообще не люблю Новый год, и вообще не люблю собак, но сегодня прям как-то, вот сегодня и вчера, ну просто как никогда, да? Прям как никогда. Вот. Она играется, но она не кусает. Сегодня просто замечательно. Вот. Так что спасибо всем, кто меня смотрел. Ждите новых видосиков, ждите новостей. Вот. Стрим не получилось провести, но я думаю, еще будут впереди стримы, видео и, в общем, все остальное. Так что спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлок. Подписывайтесь на канал. Собаку, кстати, зовут Капа. Да, Капа зовут. И, в общем, такой у меня очень неожиданный для меня получился Новый год. Так что всем спасибо, всех я поздравляю еще раз. Всем счастливо. Пока-пока.